gon' give it to you. What? Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock. Также олимпийская чемпионка встретилась со своими первыми тренерами Натальей Антипиной и Ларисой Саниной. Они подчеркнули, что Алина Загитова с детства хотела быть первой. Очень приятно, что мы смогли подготовить такой праздник для Алины. Такие чувства, гордость просто за эту девочку, которая смогла преодолеть все. Для нас это большой успех. После мастер-класса юные фигуристки могли получить автограф и сделать селфи с чемпионкой. Ранее Алина Загитова встретилась с главой Удмуртии Александром Бричаловым. Руководитель региона исполнил давнюю мечту спортсменки и вручил ей ключи от четырехкомнатной квартиры.